Вы знаете, я не думаю, что Путин так ответил Трампу на самом деле. Более того, я думаю, что Трампу... Глубоко по барабану. Будет он вмешиваться в украинские выборы или не будет он вмешиваться. Знаете? Трамп это человек, который не прошел школу политического взросления, которая дала бы ему понимание значимости Украины. У него нету никаких эмоциональных завязок с нашей страной, кроме отрицательных. Знаете, потому что мы же вот это вот здесь, я же говорю, дали в штангу с этим монопортом, угу. Вот, и прочими другими вообще как бы вещами. А вот, не, ну хорошо, что монопорта вывели на чистую воду. По-моему, Гриценко, кстати, чуть ли не единственный будущий кандидат в президенты, вот, у которого не было контракта с Монофортом вообще, да, не замечен вообще. Вот, но Трамп, его значение, как мне кажется, это опять же субъективная, интуитивная оценка. Трамп – это человек-катализатор, призванный ускорить расшатывание неработающей системы. Мировой системы, понимаете? Вот. И вот то, что происходит с Китаем, то, что происходит с ВТО, то, что происходит с Европой, вообще как бы с НАТО, с нафтой, угу. Не нефтью, угу. А именно вот и так далее, и так далее. Вот. Он до ООН доберется вообще как бы. Понимаете? Он расшатывает то, что является бюрократической коростой с минимальным КПД. Угу. Но мы не знаем, что будет дальше. Мы не понимаем.